засвідчувати немає потреби. На російській мові розмовляю, бо ти взагалі, я казав. Я можу розмовляти на українській мові, якщо всі мене будуть добре розуміти. Якщо тут багато росіян, то я буду розмовляти на російській мові. Як зручніше? Ну, по-русски так по-русски. Мені то без різниці, в принципі. По свидетелям, вот Вячеслав Тишкун здесь, он сейчас где-то вот только что куда-то вышел, так понял. Вот их сайт, redlight.com. Можете записать, спросить, можете у меня спросить, где его контакты, сброшу в личку и так далее. Не такая проблема. То есть свет реально полезный. Просто пробовал разные многие, вот полтора года с ним работаю, и очень сильно нравится. Потому что здорово помогает. Это и есть сайт Вячеслава? Да. Треба поки що замовляти зразу з тої температури кілька, ну, може бути один, два, три, скільки завгодно цих штук, але щоб змінювати, немає нормальних підтрим поки що. Тому зразу. Просто, ну, опять говорю всім по-русски, температура діода, вона йде достатньо чиста і точна, і чітка. Якщо там 300, значить це 3. Если там 4, это 4. Фильтры не всегда дают четкую температуру. Поэтому, конечно, проще брать с разной сразу температурой. Ну вот, если, в принципе, вопросов нет, то будем потихоньку закругляться. Да. Я ленивый фотограф, я никогда не обрабатываю потом в фотошопе никаких эффектов. Это Lens Baby. Просто снято на Lens Baby. Lens Baby будет воскресенье. Мьюз самый обычный, за $150. Так, ну вот, еще вопросы есть какие-то? Сказки рассказываю. Конечно. Фотограф — это психолог. Если он не будет знать психологии, ну это, конечно, я не могу за 2 минуты все рассказать. Ну придите ко мне на какой-нибудь из мастер-классов ближайших где-то, послушайте, посмотрите. Я думаю, лишним это точно не будет. Те, кто был, в принципе, знают. В мануале режим экспозамеру, в принципе, один. И все, мануал. А вы ставите все вручную, и выдержку, экспозицию, диафрагму. Да, еще кто там хотел? О, сейчас, если тут просто у меня не все обычно в нете, у меня тут свадебных практически нет, но сейчас найду. Сейчас, пару кадров скажу. На моем веде, наверное. Сейчас, что-то найду пару кадров все-таки. Так. Ну, например, тут мы снимали. Ну, кстати, вот фонарик был. Здесь был фонарик и пыха, и просто на них фонарик, сзади стоял фонарик для одних и пыха для других. Сейчас еще полистаю, секунду. Так. Есть, ага. Ну, тоже фонарик, по сути дела, просто один фонарик. Ну, Lens Baby дает не свет, он дает рисунок, а свет дает фонарик. Дальше, сейчас еще один покажу быстренько. А, вот тут точно есть. А вот он по свету. Так, это не то. Ну, собственно, это вариант на улице, сейчас. Это вариант на улице, это стоит фонарик сзади. Просто на штативчике. Сейчас дальше. Это все фонарик на штативчике. Сейчас чуть-чуть покажу в 2 источника. Все. Это один источник. Ну, все, я закругляюсь, поэтому меня закругляют. Сейчас, ну вот. Хотел показать в 2 источника. Ну ладно. Не показал. А вот 2 источника.
Вот два фонарика стоит, к примеру, да? Буду прощаться, кому интересно, обращайтесь, приходите. Всем спасибо большое. И вам спасибо. Сейчас по программе, ребята, та процедура, которую вы давно, наверное, ждете, особенно те, кто с утра приехал. Сейчас обед, и те, кто владельцы, по-моему, синих, да, значков, спускаются вниз в кафе. Остальные, пожалуйста, бутерброды, чай, кофе, булочки вас ждет там в стеклянной комнате. Встречаемся здесь через 15 минут, поскольку у нас мега интересная тема дальше.